Дегустация яблока Леголь. Хочу показать, какой оно на вес, какой оно на вкус, рассказать, когда его уже можно кушать, начинать. Вот такие вот яблоки. Вот тут самые крупные были. Сейчас сважим, сколько у него вес. То есть их вот сейчас у нас вот 400, не, 394 грамма. Ай-яй-яй. Полетело. Это поменьше. 300 грамм. То есть те, что висели по 2 яблока на ветке, то покрупнее. Те, что висели по одному, ой, по одному, побольше, там 4, 5, 6, то они чуть поменьше. Яблоко очень сочное, хрумтящее, очень сладкое, с ароматом. Не знаю, в магазине что не купишь, у него что цвет какой-то зеленый. Вот такой цвет у него. Такой Леголя. Вот, о, точно вот такой. Там чуть-чуть бачок. Их или срывают зелеными, или, я не знаю, или у них не хватает тепла. Там, где их выращивают, вот у нас в супермаркетах покупаешь, он как трава. Ни вкуса, ну, и того, что сочный, все. Больше у него ни вкуса, ни сладости, ни кислоты нету, ничего. Единственное, что сочный. У нас вот он, ну, вот у меня, по крайней мере, вот на солнце вот так окрашивается хорошо. Окрашивается в тени, понятно, что вот, да, на солнце висело, а это в тени. Но он очень сладкий. Вот, его можно прям сразу с дерева кушать, но он чуть-чуть кисловатый. Вот сегодня 13 ноября, его уже можно кушать и до марта, до апреля оно лежит прекрасно. Прекрасно лежит, его не теряет сочности, он вообще не ватный, вкусный. Так, как же его разрезать? Как же его разрезать сейчас? Попробовать. Тут вот яблоко. Какая в него мякоть. Чуть-чуть неудобно. Нож хрустит. Такой звук у него. Сейчас положу. Одной рукой неудобно снимать. Извиняюсь, что так непрофессионально чуть-чуть, но вот такая вот у него белая мякоть. Вот. Хрустит вообще такое сочное. Сладкое, как мед. Очень вкусное. У меня в саду их 3 дерева, я весной еще посажу 2-3 дерева, потому что его дети с удовольствием, жена с удовольствием ест. Сорт очень классный, очень он перспективный, я его всем советую, то есть кто его попробует, у кого он вырастет, он будет очень доволен этим сортом. Я же говорю, размер яблок хороший, крупный, в среднем вот обычно яблоко 300 грамм, а стоять. 300 грамм. Но его надо нормировать, потому что если его не нормировать, оно периодичностью страдает. То есть его надо нормировать. Хотя бы одно яблоко на соцветие. И то я в этом году одно яблоко на соцветие делал, и то очень много его навязалось. Но я буду чуть меньше. В следующем году будет, ну, поменьше, конечно, урожай. В этом году было 30, 31 или 32 килограмма, а в следующем году, ну, грубо 30. В следующем году будет килограмм 15-20, я думаю. Потому что почек не сильно много цветковых. Его надо нормировать. Если не нормировать, если все оставить, если бы я все оставил, то в следующем году было 2 яблока. Как на Фуджи у меня в этом году. И на Gold Rush. Ничего не нормировал. На Gold Rush 7 яблок, на Фуджи 2 яблока. Вот такой урожай я получил в этом году. Из-за того, что я ничего не сделал. Если нормировать, получите каждый год плюс-минус 15, 20, 30, 25 килограмм. Это на М9. Ну, у меня так получается, по крайней мере. Всем спасибо за просмотр.